Добрый день, сегодня видеообзор. У нас лодка Budget 390, Airline, одно и дно. Сегодня будем ставить тент, комби, комбинированный, из двух частей состоит. Это тент-палатка. Сейчас его взвесим, эту наборчик взвесим. Он у нас весит 9 килограмм, состоит из двух частей. Носовая часть, задняя. То есть он вот так складывается, здесь это все открывается. Носовая часть задняя. Начнем с носовой части. Так, установили носовую часть тента комби. Это ткань Oxford. Скомбинировали. Значит, середина у нас черная, бока красные, остекление номер 3, то есть окошки сбоку этого тента. Он идет на алюминиевые трубки, это рама. Здесь пятаки приклеить можно будет, вот такая фурнитура. Здесь болтом закручивается. Это все приклеится, все это снимается, откручивается. Все закрывал, цепляется крючками. Вот. Здесь молния. Сейчас будем подсоединять заднюю часть на молнию. Подсоединяем заднюю часть, она застегивается на молнию. Носовую часть пристегиваем. Также все. Здесь окошко. Здесь сзади треугольник окошко. Здесь вот окношко прозрачное поднимается вверх. Здесь москитная сетка. Это все фиксируется. Все на ремнях фиксируется вверху. Остается сетка москитная. Здесь молния открывается. Получается вот такой вход. Это тоже все поднимается вверх, скручивается вот так. И вот 4 точки упоры. Задняя часть состоит из алюминиевых трубок, вот так вот раздваивается. Идет на две стороны, да, и держит крышу. И 4 точки, где надо будет приклеить, да. Есть. Это тоже все трансформируется, поднимается вверх. Здесь вот есть для ремней защелки вот такие. Вот, все защелкивается, и бока поднимается, остается только крыша вверх. Да, верх у нас здесь тоже черный. Вот, середина черная, крыша черная, бока красная. Так захотел заказчик, вы можете все под себя поменять, переделать. Цвета как хотите, комбинируйте. Вот сейчас зайду вовнутрь. Значит, высота от пола до потолка. Померяем вот так. 1,40 м высота. То есть, в принципе, можно здесь передвигаться. Ну, ширина где-то тут 1,60 м. То есть внутри защита от дождя, от комаров, от ветра. Получается вообще как палатка. То есть даже можно переночевать, вытащить на берег. Мы сложили заднюю часть, и она складывается на нос. То есть можно вот так передвигаться. Складываем носовую, заднюю часть вот носовую. Здесь ремень. Можно еще ремнем зафиксировать. То есть можно вот так вот берем, складываем. И можно на носовую часть это все переместить. И дальше двигаться. Пошел дождь, поднимаем. Раскладываем опять. Все это быстро делается. Пятаки приклеены. Также можно это все, в принципе, вот здесь вот защелки есть. Вот там кнопочки. Можно снять эту верхнюю часть тента. То есть тент трансформируется очень удобно. Снимается, носовая часть снимается. Если понравилось, заинтересовались, звоните, пишите. Мы все сошьем, изготовим, установим на лодку, отправляем по всей России. Принимаем заказы. Всем пока!